Сюда, на городские очистные сооружения, поступают сточные воды с 28 насосных станций со всей Самары. И здесь же они превращаются в воду, которая, как показывают исследования, чище, чем в Волге. Это результат масштабной программы модернизации, которую проводят самарские коммунальные системы. В этих огромных бассейнах, аэротенках происходит основной этап очистки воды. Сточные воды постоянно аэрируются и смешиваются с активным илом, где живут особые бактерии – тихоходки. Именно они трудятся над очисткой воды. На самарских очистных сооружениях таких бактерий 30 видов. Для очистной станции это первая реконструкция за 40 с лишним лет. Здесь заменили воздуходувки, которые обеспечивают кислородом трудолюбивые микроорганизмы, и построили две новые насосные иловые станции. Результат реконструкции – улучшение очистки сточных вод и снижение расходов электроэнергии на 20%. За три года 1 280 000 000 вложений в инвест-программу дал свои результаты. Поэтому я очень надеюсь, что и жители города чувствуют, что у нас и снижается аварийность, и уменьшается количество засоров и количество потерь, в том числе на сети. Очень большой объем работ произведен, и мы сегодня видим, внедрены вот именно такие научно-технические новшества. Это, конечно, позволит нам и обеспечивать нормальную экологию у нас в регионе. Те средства инвестиционной программы, которые вкладываются, они дают, безусловно, очень хороший положительный эффект. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения – пример государственно-частного партнерства. Инвестиционная программа СКС рассчитана на 7 лет. Завершить реконструкцию очистных сооружений планируют в следующем году. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.